Более 1300 мероприятий, которые посетили свыше 350 тысяч зрителей. Таким оказался 2018 год для Лидского дворца культуры. Здесь были организованы тематические встречи, творческие вечера, профессиональные праздники, концерты, спектакли, шоу-программы, утренники. Каждое мероприятие – результат совместной работы сотрудников дворца и участников его творческих коллективов и объединений. Последних в учреждении 46. Их посещают почти 800 человек. По результатам работы в организации культурно-массового обслуживания населения за прошлый год Лидский дворец культуры был удостоен почетной грамоты Гродненского областного совета депутатов. Эта награда не только высокая оценка работы коллектива, но и внимание к сфере культуры в целом. Значимо, что это вклад в копилку общих достижений учреждений культуры Лидского района. 2018 прошел под эгидой «Года малой родины» и стал юбилейным для нашего города. У нас состоялись яркие мероприятия для детей, подростков, начали работу новые творческие проекты для людей золотого возраста. На сцене Дворца культуры выступили любительские коллективы и профессиональные исполнительные. Расширили свою географию и масштабность традиционные фестивали. Впервые состоялся большой праздник семейного отдыха и «Папа-фест». 15 дипломов привезли наши ребята с различных фестивалей и конкурсов. И мы искренне благодарны участникам коллектива за их творческий потенциал, постоянным заказчикам за доверие, родным и близким за поддержку и понимание. Вам, дорогие зрители, за ваши искренние аплодисменты. А коллектив Дворца культуры города Лиды всегда работает для вас, чтобы подарить радость и сделать обычный день чуточку ярче. В новом году перед коллективом Дворца культуры поставлены новые задачи, в числе главных – увеличение посещаемости учреждения. Реализация ее, как и всех остальных, уже началась.